Доброе утро! Собираетесь на работу и хотите быть самой красивой в офисе? Сегодня расскажем, как сделать деловые прически. И поможет мне в этом наш стилист, это Ольга Чарова и модель Анастасия. В данный момент актуальны прически на основании легкости. То есть что-то такое легкое должно быть, чтобы не было видно, что это делал стилист, либо что вообще что это сделана именно прическа. Поэтому сейчас мы начнем именно с прически на основании хвостов. Его можно назвать текстурный тройной хвост. Мы обрабатываем волосы кремом, чтобы у нас волосы были более податливые, ложились куда нам нужно. До этого мы обработали волосы, мы их приподняли, сделали объем. В домашних условиях это можно сделать, просто высушив волосы вниз головы, например, либо приподнимая волосы от корней. Сейчас нам просто нужно по очереди сделать все хвосты, там буквально за 10 минут ее можно сделать. Выкручиваем хвост, мы его просто проворачиваем. И чуть-чуть, я очень люблю, когда это все свободно, поэтому подвыпускаем. Продолжаем также в такой же системе работать и с двумя оставшимися хвостами. Соединяем все хвосты в один хвост, нижний выпускаем побольше. И свободной рядочкой спускаем резиночку. Вторая прическа у нас более все-таки легкая, будет на основании плетения и все-таки собираться в пучок. Берем прядочку кремом, смазываю, закручиваю. Прядку самое главное, да, чтобы она примерно радиус 5 сантиметров была. Не больше мельчить тут не нужно. Если вы работаете в госучреждении, либо у вас строгий начальник, то данная прическа вам очень подойдет, потому что тут ничего лишнего не будет. Будет все убрано. И в то же время вечером вы спокойно сможете слегка приукрасить ее, пойти куда-то на вечер, отдыхать. Либо просто выглядеть даже на работе очень элегантно и стильно. А лучше, конечно, нижнюю часть изначально корни начесать, прогофрировать, чтобы невидимки крепились более надежно. Тогда у вас точно однозначно весь день такая прическа продержится. Татьяна, давайте мы тогда и вам сделаем, раз уж вы у нас без прически пришли, и у нас позволяет и волосы, и время. Сегодня мы вам сделаем текстурный хвост. Начинаем мы с того, что мы уже обработали макушку и сделали текстуру. Теперь мы просто убираем и делаем несколько крупных жгутов и подкалываем их сразу. Сейчас я дополнительно еще по одному жгутику маленькому сделаю, и все, уже будет хвост. То есть это на самом деле очень быстрая прическа. А хвост можно и завить, можно оставить прямым. Будьте самыми стильными на вашей работе, экспериментируйте. Сегодня с модными деловыми прическами вас знакомили Татьяна Рябова и Денис Сыров.